Всем привет, народ! Сегодня будет последнее видео. Хочу зайти в четкий сигнал. Вот здесь у нас уровень. Давайте на десяточку зайдем. Если что, будем догонами добивать. Ах, жестко, ничего страшного. Да что же это такое? Отлично, зашли. Зашли на 30. Вы видите, на этом, вот здесь вот догонами вы не особо добьете, потому что каждая сделка открывается на одну минуту. Это нужно на тайме нам было ставить. Так, одна сделка у нас зашла, получается, да? Давай, здесь должна вот сюда вот произойти просадка. Отлично, еще ниже, вот оно. Так, давай еще вот эту вот сделку захвати. Давай захвати вот эту вот. Я, конечно же, немного нервничаю здесь. Захвати вниз. Да куда? Есть! Возврат дали. Или закрыли. Да, отлично, одну дали возврат. Фух, опасно было. Блин, вот эти вот скачки. Так. Пока ничего не хочу говорить. Иди сюда. Все произошло так, как нам и нужно. Видите, вот отскоки, вот откаты были. Блин, но на 2 минуты было бы вообще шикарно. Так, давайте посмотрим результаты, сколько получилось заработать. Ну где эти сделки? Блин, почему оно не работает? Фух. А, нужно просто было взять закрытые. Так. Подгрузим наши сделки все. Так, вот, 18-го я закончил, и вот начал 20-го. Значит, считаем, сколько у нас сорвалось сделок. А, да только 2 сделки сорвались, блин, жестко. Получается, вот 18-е, 20-е, раз, два, то есть минус 10, минус 20 тысяч. И получается, мы в плюсе сегодня на раз, два, три, четыре, пять... 6. Так. Да, на 6. 6 на 9. 54. 54 минус 2 сорвались. Минус 20. 34. В плюсе на 34 тысячи долларов. 34 тысячи рублей на 500 долларов где-то получается мы в плюсе. Сегодня я подведу итоги. Блин. Вот такая вот торговля получилась. Но здесь все было предсказуемо, я был уверен в этом сигнале. Видите, уровень держался, произошел отскок. Расскажу вам, сколько получилось заработать за это время, которое я был в Китае, за 7 дней моего пребывания в Китае. За 6 получается. Завтра вылет у меня за 6 дней. И сколько я потратил на проживание. Значит так, долетел я сюда за 500 долларов.
в одну сторону и за 500 взял билет в обратную сторону. Получилось, короче, давайте здесь еще, нет, уже не будем торговаться, он просто такой уровень, так и просится открыть еще сделку. Ловить нужно, видите эти моменты, не успеваю. Получилось на перелет туда и обратно, народ, ровно $1000. На проживание в отеле $500 и здесь с собой на 7 дней тоже $500. Получилось все вместе $2000. Если вы путешествуете один, так это вам будет намного дороже. Потому что вы можете взять тур в Китай на 7 дней, это у вас получится где-то $700. Перелет туда и обратно, плюс отель. Вы представляете, да? А я только $500 заплатил в одну сторону. Так что если хотите по бюджетному, берите тур. Если хотите вот так как я, потому что мне нужно было работать, берите, едьте так, как я. То есть $2000 у меня получился весь Китай на 7 дней. Так, не зашла наша сделка. Безрисковую одну поставили. Значит, сколько у меня получилось заработать? То есть я потерял $2000. Заработал на Олимптрейде. На Олимптрейде заработал $730. И сегодня я заработал $500. Сейчас это все в конце приплюсую. 730 на Олимпе и сегодня плюс 500. На Биномо я заработал за это время торговлю по сигналам $1100. На Ютубе я заработал $40. На рекламе с арбитража трафика я заработал $100. Это все вот за вот это вот время. И на двух партнерках Олимпа и Бинома заработал $300 за эти 6 дней. Значит так, получается, вот это вот все у меня было 2270 плюс 500. Получилось 2770. 2770 я заработал за вот эти вот 6 дней. То есть свою цель я выполняю. И получилось, ну, минус 2000, что я здесь. То есть я в плюсе. При том, что я путешествую, при том, что я отдыхаю, я еще в плюсе на $770. Вот такая вот ситуация. Все, народ, следующие видео будут с Украины. Ставьте лайки. Я иду к своей цели, 1 000 000 рублей в следующем месяце, 1 000 000 рублей. Конец этого месяца, следующий месяц, напоминаю, я заработаю 1 000 000 рублей. Все-таки, видите, немного такая опасная торговля, потому что... Вот, это те сделки, которые были в видео, ну, все эти сделки... Вот такая получилась торговля. Видите, какой идет идеальный скальпинг. Жалко, что здесь нельзя показать горизонтальное. Вот как-то так. Видите, и в этом коридоре торгуем. С вами был Рэпер Трейдер, народ. Всем удачной торговли, ставьте лайки. Всем пока. Не, давайте я еще отмечу. Блин, так рад, что столько получилось заработать за это время. Я в Киеве даже столько не зарабатывал. Здесь отдыхаю, путешествую. Опять отметим это все китайским пивом. Момс бир. Вот такое вот пиво. У них тоже прикольно открывается. За вас, народ, и за меня. Всем пока.